Привет, привет. Привет, ребят. Пока присоединяются, хочу напомнить, что я прилетела в Екатеринбург. И 4 числа у нас будет встреча в Екатеринбурге. И как раз у меня есть пост, я еще раз в сторис его запостила, завтра еще раз запущу, чтобы кто не видел, когда и какие, где у нас будет встреча, как раз там написала я. И с кем связываться. Потому что где встреча, я не помню. У меня пост есть, и там как раз все выложено. Вот, поэтому, ребят, присоединяйтесь, кто в Свердловской области, в Челябинской области, в Пермской области, кому удобно приехать, то я, конечно же, всех жду. И еще все чаще и чаще задают вопросы по Краснодарскому краю, будут ли какие-нибудь ретриты. Да, в Краснодарском крае мы планируем ретрит в несколько дней, скорее всего. Это... Будут зимние каникулы однозначно, но где будет, пока мы еще не знаем. То есть хотели сначала в Горячем ключе, нам предложили в Сочи, но сейчас мы рассматриваем, сколько это будет по деньгам, чтобы люди четко понимали, сколько им нужно будет, на что нужно будет им рассчитывать, потому что все зависит от того, насколько там будут цены. Если там цены будут очень такие достаточно большие, то, конечно же, мы там не будем делать, потому что не у всех есть такая возможность. У кого-то есть возможность оплатить билет, приехать, но не у всех есть возможность вот так вот в какой-нибудь в отеле, в гостинице там, или вот на эти вот ретриты съездить по финансовым каким-то соображениям. Хотелось бы, чтобы... приехали именно по желанию, не столько по материальным составляющим. Поэтому будем этот вопрос еще рассматривать, и как это будет все понятно, конечно же, уже озвучим. Вот, пока присоединяются, еще хочу сказать, что, ребят, завтра начинается 2 марафона, стартует. Это марафон возможностей меня, это проработка своего физического тела, своего аватара. Это первый уровень, когда мы познаем себя, когда мы научаемся слушать, чувствовать и ощущать свое тело, когда мы научаемся слушать, ощущать, что происходит внутри нас, когда мы четко понимаем, что происходит, понимание у нас идет и в том числе от головы. Потому что когда у нас идет нестыковка физическое, психическое, психологическое тело, то нас все время выбрасывает. Самое простое – это выбросить на еду. Сначала, конечно, нас выбрасывает на эмоции, на конфликты с нашими близкими людьми, как правило, это те, кто рядом. И следующий этап – выброс на еду. Вот. И мы как раз вот эти все моменты там прорабатываем. Если кто не присоединился, у меня опять язык заплетается, то, конечно же, я всех жду и буду... Мне будет очень приятно. Чем больше нас будет, тем больше будет мне приятнее. И завтра же запускается еще один марафон. Марафон по депривации сна. Депривация сна – это тот марафон, когда уже... я его считаю второй ступенькой. Ну, для меня, по крайней мере, это так было. Поэтому я свой опыт именно в этом ракурсе рассказываю ребятам, как было у меня. Марафон депривации сна – это когда мы уже исследуем не тело, а когда мы уже исследуем то, что вне тела. Когда мы научаемся принимать информацию, видеть, слышать, чувствовать все, что происходит вокруг нас, уже не ушами, не глазами, не головой, а уже на уровне нашего тела, когда мы уже чувствуем вот эту информацию, которая проходит через наше тело. Там уже, конечно, идет с практиками, с такими... Ну, она, наверное, простая такая. Вот у меня ребята сколько были в этой практике. Она простая, ее несложно сделать, но она настолько нас выворачивает, она настолько понимает, как это классно, клево, и в то же время, если это понять, что как это просто принимать, именно раствориться в этом мире и принимать эту информацию, эту энергию, эти информационные волны своим телом, когда они это начинают делать, то, конечно же, результат вообще другой. Воздух – это пустое пространство или нет? Если нет, что в нем или кто? Ну, у нас вообще не существует пустоты. Пустота, наверное, это такое слово, когда, как я сейчас считаю, как это для меня. Пустота – это то слово, которое люди придумали для обозначения чего-либо. То есть вот это вот пусто, потому что там вот этого нет, этого нет. Пустоты не существует. У нас настолько плотное вокруг нас пространство, и вы его можете почувствовать как физически, так и психически. Вот. А что в нем или кто в нем? Плотная информация, энергия. Энергия, информация. Это невозможно сказать и что, и кто. То есть информация, я не могу сказать, что не про информацию, не про энергию. Я не могу сказать, что это не что-то неживое. Это максимально живое. И я не могу сказать, что это кто. Что значит кто? Вот. Это не человек на двух ногах, это не тот, когда нам говорят, что там вот есть вот этот вот, который создал вот это, создал вот это, создал вот это, вот и так пошло, 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 пошло дальше. Нет. Сонька, привет. Вот. Приехала в Екатеринбург, сегодня не могу, ребята, отниматься. В Италии было у нас плюс 20, сюда прилетели, здесь минус 10. И еще-то как-то, мне кажется, такое все какое-то унылое. Здесь еще какой-то локдаун этот, что жесть. Вот. Как раз хочу взять у своей племянницы фотосессию. Она у меня фотограф, просто клевый. Таких фотографий я редко у кого видела. Вот. Поэтому очень хочется, и очень хочется именно на воздухе. Но мне нужно как-то, видимо, собраться, чтобы выйти на улицу, потому что как-то... Как-то я, видимо, очень быстро отвыкла от этого климата. Вот. Это то, что касаемо про марафоны. Вот, то есть, ребята, есть время, присоединяйтесь, я буду очень всех рада видеть. Естественно, у кого нет времени, у кого нет возможностей каких-либо, то приходите, присоединяйтесь в закрытый клуб. Он всегда доступен, и там абонентская оплата совсем незначительная, такая, как, наверное, как кружечка кофе или что. Я кофе уже давно не пила в кафе. Но я думаю, что она такая небольшая, 500 рублей. И там есть записи марафон, там есть в записи практики девчонок. Сейчас вот, я не знаю, сейчас еще с Артемом не списывалась. У нас там будет в марафоне, в закрытом клубе, мы сделаем эфир. А с Темой, кто в Телеграме, те ребята уже знают его, он постоянно тоже в практиках. Он даст свою методику пружинистая гимнастика. Может быть, кому-то этот метод физической активности зайдет. Поэтому там очень много у нас спикеров. Постоянно стараюсь кого-то приглашать, чтобы люди находили своего спикера, свои упражнения, свои какие-то мысли, свои высказывания. Вот, присоединяйтесь, там очень много информации. С каждым днем ее будет все больше. А у нас сегодня с вами тема «Как полюбить себя». Это, наверное, один из самых насущных вопросов, который задается постоянно, который, он такой, наверное, непроработанный, максимально непроработанный. Не нашей психикой, не нами, не теми людьми, которые нам рассказывают, наверное, полюби себя. И что самое интересное, когда приходят ребята и рассказывают, что вот я не могу полюбить себя. С чего ты начинаешь? Ну, я начинаю с того, что я вот себя отлавливаю на мысли, что как все прекрасно, как прекрасен мир, что я люблю весь мир, что какой я клёвый, какой это. Ребят, это так не работает. Это, знаете, на что похоже? Это похоже на то, что когда у нас составляются желания какие-то, и вот эти вот марафоны по желаниям, когда проводят люди, и они начинают вот это, я вот это вот себе представляю, я вот это вот себе, они как будто бы, вы как будто себя уговариваете. Вы не понимаете, что такое принять себя, вы не осознаете, как это делается, что такое принять себя, почему взяли, что я себя не принимаю, какие критерии принятия себя. И когда вот эти вопросы начинаются, мы начинаем искать где-то какую-то информацию. И, как правило, вот эта вот информация идет, вот я весь такой вот замечательный, весь такой розовый, пушистый, и все во мне хорошо. И ты, когда себе это говоришь, ты понимаешь, что ты сам себя обманываешь. И у тебя нет коннекта, у тебя не идет это, ты не понимаешь, как так, вроде бы делаю все, что говорят, а полюбить себя не могу. Потому что полюбить себя это не про то, что убедить себя, что я такой клевый, я такой классный, я такой весь красивый, нарядный. Это не про убеждение себя. Полюбить себя это про тотальную честность перед самим собой. А тотальная честность перед самим собой – это в первую очередь это принять себя таким, какой ты есть. А чтобы принять себя таким, какой ты есть, ты должен раскрыться перед самим собой. А чтобы раскрыться перед самим собой, это очередной шаг в то, что ты должен, во-первых, быть максимально честным перед самим собой. Ты, если тебе что-то не хочется, тебе не нужно говорить, что там, ну, я это сделаю, потому что у тебя вот эти вот начинают срабатывать ярлычки социальные. Мне это надо сделать, потому что так принято. Мне это надо сделать, потому что тот или та или те обидятся. Мне это нужно сделать и миллион всяких разных причин. Зачем они? Все лишнее просто отбрасывайте. Оно вам абсолютно не нужно. И про принятие себя – это когда вы начинаете четко, абсолютно познавать себя, самого себя. Какой вы нудный. В первую очередь это сначала вы раскапываете вот этот самый негатив, потому что без него никак. Вы начинаете себя узнавать, какой вы нудный. Вы начинаете себя узнавать, какой вы противный. Вы начинаете себя узнавать, какой вы... в каких-то местах там где-то вот польстить, чтобы получить какую-то максимальную выгоду для самого себя, как правило, это для своей тушки получить какую-то выгоду. И вы вот это вот, когда начинаете выкидывать наружу, когда вы начинаете себя доставать, это один из самых неприятных процессов. Вам это неприятно осознавать. Ну как это? Я всю жизнь стремился к тому, чтобы заработать какие-то бонусы. Бонусы перед кем-то, что я такой молодец. То есть вот эти вот бонусы, когда мы начинаем зарабатывать изначально, с самого детства. То есть сначала мы доказываем своим родителям, что я классный, что я молодец, что я лучше, чем сосед, я лучше, чем сосед по парте, сосед по подъезду. Я лучше, чем мамин друг, дочь маминой подруги или еще кого-то. И вот эти вот постоянные доказывания кому-то, не себе самое, что интересное. Вы про себя на этот момент забываете полностью. Вам нужно просто сорвать вот этот вот бонус, сорвать вот эту вот плюшку, чтобы тебе сказали «молодец». И вот ради вот этого вот «молодец» разового вы выворачиваетесь, вы теряете себя. И это настолько входит в нашу привычку, в наш образ жизни, что мы это даже уже перестаем отслеживать. И вот это вот молодец сначала перед близкими, потом перед девушкой, либо перед юношей, перед, там, мальчик перед девочкой, девочка перед мальчиком, доказывает, что она лучше кого-то другого, и начинает там лезть из кожи, там, я лучше приготовила, я лучше это сделала, он там со своими какими-то критериями, навязанными обществом, которые в нем даже они не сидят, они в нем даже не живут, им там неудобно. Потом мы начинаем своим супругам доказывать, что какой я молодец, я лучшая супруга, вот посмотри на меня. И у нас же это очень, у нас даже вот эти вот все, как они называются-то, статусы, да, статусы в соцсетях, вот это вот все, там, посмотри, какая я, что я лучше, чем другие, а ты меня проще потерять, чем... Ну, что-то вот в этом роде. У нас же все настроено, у нас вся база стоит над этим, что посмотри, что я лучше, чем тот. У нас вся жизнь стоит на сравнении. Мы все время себе либо кому-то доказываем, не что я молодец. Это даже, если бы мы начинали с этого, нам бы, наверное, проще было бы себя принять. Но мы же начинаем доказывать на уровне... сравнение. У нас вся жизнь происходит на уровне сравнения. И нам все время говорят, что здоровая конкуренция – это клево. Но нам не говорят про здоровую конкуренцию, где она должна быть. Она не должна быть ни в коем случае про себя, про принятие себя. А у нас идет именно конкуренция, что мы все время кому-то доказываем, что я лучше, чем тот. Но как только мы начинаем доказывать те моменты на уровне сравнения, это моментально проигрыш. Причем стопроцентный проигрыш, в каком бы контексте мы это не рассматривали. То есть, смотрите, если я доказываю кому-то, неважно кому, неважно что, конкретная ситуация, она тоже не имеет значения. Я кому-то доказываю, что я лучше, чем кто-то. И на данный момент я действительно в этом аспекте являюсь лучше, чем кто-то. Но даже если я это понимаю, даже если это признает все мое окружение, либо тот человек, которому я это доказываю, что я лучше, чем кто-то, мне это удовлетворение не приносит, потому что я четко знаю на подсознательном уровне, что сегодня я лучше, а завтра... Тот, перед которым я была лучше, он может быть лучше. И я не могу расслабиться. Я точно так же в гонке продолжаю быть, чтобы не потерять свои позиции. Я не получаю удовлетворения. И точно так же, когда наоборот. Если я хочу доказать, что я лучше, чем кто-то, и мне говорят, нет, тот человек лучше. Вот факт. И я понимаю, что он лучше, и я точно так же, я абсолютно в таком же состоянии, я начинаю все равно вот эту вот гонку, что мне нужно его перегнать, чтобы доказать, что я лучше. Но мы другому человеку, иному человеку никогда ничего доказать не сможем, потому что у нас всегда разное видение, у нас всегда разное восприятие, у нас всегда разные критерии одной и той же ситуации по разным причинам. И когда мы начинаем что-то кому-то доказывать, это все, это сразу же в ноль, это сразу же в минус, потому что мы доказать, даже если мы видим то, что мы можем доказывать, другой человек это видит по-иному, мы никогда не сможем доказать. И другому человеку на вас на самом деле абсолютно насрать, вы ему нужны на какой-то период времени. И это правильно, это мы друг другом пользуемся, но в хорошем смысле этого слова. То есть вот эти вот, когда я тебе, ты мне, когда это идет уже вот как товарно-денежные отношения, это одно. А когда идет безусловность, но безусловность, вот я тебе вот это дарю, просто потому что мне хочется тебе это подарить. Это только может идти от цельного человека, который абсолютно самодостаточный, которому не нужно подтверждение, что я тебе это сделал, почему у нас вот эти товарно-денежные отношения, да, ну это образно говоря. Потому что, когда я тебе вот что-то сделал, если человек не цельный, привет, Русик, ему нужно всегда доказательство, что он молодец, что он это сделал. Сделал именно вот, чтобы его оценили. А как он это может получить от другого, вот эту вот обратную связь? Только тем, что другой человек ему должен как бы сделать тоже что-то приятное. И он только после этого понимает, что да, я хорошо сделал, я такой молодец. Это не целостность. Это то же самое, что когда отношения между мужчиной и женщиной. Когда мужчина там говорит, там, например, я тебе вот это вот, не, вот подумай, почему я там тебе вот это не делаю. Потому что я не вижу отдачи от тебя. Неважно, кто кому это говорит. И, другой, если это цельный человек, то он не может понять, как бы, но если ты хочешь сделать приятное, так ты сделай приятное. Ты зачем ждешь от меня ответку-то? Чтобы что? А ответка эта нужна именно для того, чтобы вот этому нецельному человеку как раз сказать о том, что как бы, ну да, ты сделал правильно, мне действительно то, что ты сделал, меня зацепило, вот на тебе спасибо. Это только так выглядит. Потому что цельному человеку обратка, она не нужна, он делает просто потому, что ему хочется, потому что ему клево, потому что он хочет сделать приятное. И вот он ему делает это приятное. Это, конечно, не касаемо работы, да, за какой-то определенный труд есть какие-то определенные моменты, которые выражаются в какие-то бонусы. И чаще всего этот бонус у нас выражается именно, конвертируется в денежную валюту. Поэтому это нормально, мы живем в материальном мире. Привет, все верно. Уверенный в себе человек делает только тогда, когда он понимает, во имя чего он это делает. Во имя себя. Да, да, Руслан, да. И когда вот это вот идет, я тебе не делаю, потому что я не чувствую от тебя отдачи. Он не от тебя не чувствует отдачи, он от себя не чувствует, что он думает, вот я сейчас это сделаю, а вдруг вот ему это не надо, а вдруг он... И, я думаю, надеюсь, что ничего не прервалось. Он думает, а вдруг это ему не надо, а как я узнаю, что я вроде как сделал что-то там хорошо, как я узнаю, что сделаешь что-то там, вот я вот сделал вот это вот правильные какие-то вещи. Ему всегда нужно подтверждение в виде вашей обратки. Это говорит не о том, что человек плохой, это говорит не о том, что он какой-то меркантильный, это говорит просто о том, что он... себя как целостного по пазлам собрать на данный момент не может. Ему нужно обязательно вот эта вот ответка постоянно, чтобы прочувствовать, что он правильным путем идет. А то как это я столько времени потрачу, я столько сил потрачу, я столько энергии потрачу, а он или она не ответили мне взаимностью. А зачем тебе взаимность? Тебе же хочется отдать свое тепло и показать, что я вот такой вот, я клёв, потому что тебе должно быть самому с собой быть хорошо. Целостному человеку не обязательно вторая половина. Но целостный человек очень клево развивается, когда рядом с ним такой же целостный человек. Они могут только дополнять друг друга, они уже не будут мешать друг другу. Они будут только дополнять друг друга. И они могут в каких-то вещах, они могут в каких-то определенных начинаниях они могут идти вместе, но если они в дальнейшем себе говорят, что там, вот, я вот уже этого не хочу, то они спокойно, без обид, без условностей, без каких-то скандалов, они просто отпускают друг друга, что каждый начинает развиваться самостоятельно. И мало того, что они даже, если потребуется помощь, они с удовольствием друг другу помогут, потому что им приятно смотреть на развитие, на целостность, на становление другого иного человека. Мы опять отошли от темы, я, как обычно, все, меня забываю, о чем начинаю. И вот это вот, когда мы говорим про полюбить себя, мы сначала должны максимально из себя начать вытаскивать то, каким мы являемся, вытаскивать из себя, прислушиваться, присматриваться, какой я есть. И после того, как мы себя принимаем вот такого, какой я есть, у нас тогда идет как переключение. И то есть только тогда у нас начинается, что вау, а я могу быть вот таким вот, и другие люди меня такого, какой я есть, принимают. То есть, смотрите, вы, например, ну, какой-то человек, неважно там кто, просто такой пример берем, кто-то вам все время пытается помочь. Возьмем это, не рассматриваем, что такое помощь другого, сейчас не эта тема, да, у нас с вами. Помочь. Вот он все время вам помогает по каким-то причинам, а вас все время это подбешивает, например. Ну, что ты, вот я же тебя не просил. Зачем ты вот это вот делаешь? Я же вроде бы как сам по себе, вот хочу сам это сделать. Но тебе, этому человеку, неудобно сказать. Как ты ему скажешь, вроде как, ты понимаешь, что он тебе хочет помочь, он хочет сделать тебе приятно, он хочет сделать тебе там что-то еще, и ты начинаешь себя все время сдерживать. Ты как бы закапсулируешь в себе вот эту вот агрессию, постоянно вот как пружинку в себе вот так вот ее и сдавливаешь. И когда он тебе в очередной раз помогает, даже если тебе этого не хочется, ты начинаешь натягивать маску-улыбку. Думаешь, ну ладно, как бы хорошо. Но тот человек, когда пытается тебе помочь, он ведь тоже не совсем целостный. И он как раз, когда пытается тебе что-то помочь без твоей помощи, он тебе неосознанно говорит: я лучше, чем ты. Я лучше, чем ты, знаю, как тебе быть. Я лучше, чем ты, знаю, как тебе... Поэтому я... Так как я выше тебя в этом плане, я тебе могу помочь. Принимай мою помощь, иначе ты такой беспомощный, без моей помощи не справишься. А тебе все время неудобно сказать. И когда ты в этот момент начинаешь четко понимать, что тебе неприятна эта помощь, может быть, она неприятна, неудобна, некомфортна, неважно, какого ты это испытываешь, не тот... Не те ощущения, которые бы тебе хотелось испытывать. И когда ты ему говоришь, он говорит, давай я тебе помогу. И когда ты ему говоришь в первый раз, обычно ты ему говоришь, ну как бы давай. И тут ты ему говоришь, не надо мне помогать. Мне нужна будет помощь, я тебя попрошу, позову, спрошу. А пока я достаточно самостоятельно могу справиться, мне помощники не нужны. И ты... Если этот человек обидится на тебя, то это его обида. Позволь ему быть в его состоянии. Не лезь никогда, не решай никогда за него, в каком он состоянии, почему он обиделся. А вот он обиделся, а тебе после этого неприятно, ты там всю ночь уснуть не можешь. Как это так? Я такого благородного, такого милого человека обидел. Никогда не думай за другого, думай за себя. Пока ты не научишься думать за себя, ты никогда не увидишь, что думает другой человек. И только когда ты за себя подумал, когда ты себе сделал хорошо, это же твой путь, ты же не просил никого о какой-то помощи. Зачем к тебе? Ты четко установил на сегодняшний день свои границы, что сюда не надо, здесь моя территория, здесь я самостоятельно справлюсь. Если мне нужно будет, я тебя позову. И когда ты начал себя принимать такого, когда ты можешь быть грубым, когда ты можешь быть... неудобные, вот осознанные люди, они очень неудобные, потому что они настолько честны перед самим собой, что они могут, если другой человек там может распинаться, там все делать, а если ему в этот момент некомфортно, как он перед ним распинается, он может улыбнуться, развернуться и уйти, и все, и он оставит того человека наедине со своими эмоциями, не полезет к его эмоциям. И это будет по-честному. И когда ты начнешь вот это вот по-честному перед самим собой открывать себя, когда ты четко будешь понимать, что тебе, например, сейчас тебе не нужна вот эта поддержка, сейчас тебе не нужна вот это общение, сейчас тебе не нужно вот это, сейчас вот это. И когда ты уберешь все вот эти вот ярлыки, навешенные нашими родными, близкими, но не потому, что они вот так хотели нас загнобить, а потому, что у них не было этого понимания. И когда ты начнешь убирать вот эти вот ярлыки, когда ты начнешь убирать вот эти вот стереотипы, социальные устои и возвращаться к себе, тебе с каждым разом будет все комфортнее и комфортнее. И ты тогда начнешь понимать, что такое быть тотально честным перед самим собой. И когда ты себя тотально честного примешь, вот такого неудобного, то тогда ты начнешь радоваться просто от того, что ты можешь быть собой. И только после этого, когда тебе будет приятно от самого себя, что ты такой открытый становишься, без масок, тебе не нужно постоянно что-то там выискивать, выделывать, что-то там придумывать, то только после этого тебе будет клево во всем мире. Вот это и есть принятие, это и есть про тотальную честность перед самим собой. Так, сомнения порождают страхи, страх пробуждает альтер-эго внутреннего ребенка. Внутренний ребенок во взрослом человеке всегда на все 100% ошибается, потому что не допускает пробовать принять решение. Руслан, отпускай голову, через голову ничего не решишь, страха не существует. Страх – это мысль, в которую мы поверили. В нас не живет... внутренний ребенок, взрослый, кто там по психологии, я уже настолько эту психологию отпустила. У нас же кто живет? Ребенок, взрослый, родитель, да? Отпускаем, в нас никто не живет, кроме нас самих. Когда мы не познаем себя цельного, вот пока мы будем себя дробить на эти субличности, которых можно миллион перечислить, мы никогда не станем цельным, мы никогда не познаем себя, мы всегда будем разглаживать пиджачки других своих субличностей, всегда их будем укладывать спать, каждую по отдельности, кормить, поить, разговаривать с ними, бояться обидеть или там переучить, или еще что-то. Нету в этом у нас, это только в голове. Отпускаем, ребят, голову, через голову мы ничего не решим. Это все идет изнутри, и голова здесь, она удобна на каких-то этапах, но если мы идем дальше, то голову уже не надо. Неудобств не должно быть, только честность. Если человек крут, он примет правду спокойно и без сомнений. Честность, да, тотальная честность, это безусловно. Абсолютно верно, каждый сам решает, как себя вести и реагировать. Правильно, сначала деньги, а потом счастье. Это так не работает. Сначала нужно научиться искренне чувствовать себя счастливым, и все остальное приложится. Да, истинно благой. Руслан. Вот, поэтому, да, и, ребят, задавайте вопросы, если какие-то есть вот моменты, по которым мы принять не можем. И самое, что интересное, что когда мы с вами начинаем принимать самого себя истинным, без вот этой вот мишуры, что ты должен быть таким, то есть вот без вот этой вот атрибутики, которая у нас есть, никогда не приравнивайте к себе свои поступки и действия. Действия всегда отдельно от вас. Действие – это просто действия, которые на данный момент для вас по каким-то причинам должны были быть. Ну, потому что мы же все понимаем, что мы все равно живем в социуме, без этого как бы, ну, никуда. Мы же с вами не на обитаемом острове, что вот я вот такой вот поймал дзен и все. Мы с вами в социуме. И если вы в социуме научитесь быть самим собой, то это круто. А если вы уезжаете куда-то в уединение, ну, там проще выходить на сухие дни, там проще начать слышать звук внутри себя, там проще еще что-то, там все это проще. Но как только вы оттуда же спуститесь с гор, если вы оттуда не спуститесь с гор, вы всегда будете в горах. Но, наверное, это уже про другое, про иное. Насколько вам тогда нужно быть вот этим вот самим собой? Вы там и так будете самим собой, вам ни перед кем не нужно быть ничем. Вы все равно придете к этой честности. Только эта честность, она будет как бы как такая бесполезная, что ли. Она без... Когда человек не может себя раздать другим, подарить другим, то оно все приобретает какую-то серость. А ты тогда вот это вот познал-то, чтобы что? Ты же должен запустить свою энергию. Если вся энергия начинает скапливаться в тебе, пусть она будет неимоверно положительной, пусть она будет прямо настолько чистой, кристально чистой, клевой, ведь ты весь такой, ох, прям воздушный. Но если ты эту энергию не начнешь пропускать через себя, не начнешь выдавать другим людям, она у тебя стухнет, она у тебя заплесневеет, и ты от этого ты погибнешь. Может быть, не в физической степени, но все, это все разрушится. А если ты в социуме, в котором ты живешь, начнешь действовать по-иному, вот именно такой, ты будешь постоянно получать вот эти бонусы, когда ты начнешь отдавать, когда ты начнешь, вот которое изобилие от тебя идет, его когда начнешь раздавать, ты увидишь, насколько это клево. И ты поймешь, как ты начнешь наполняться, ты это будешь чувствовать каждой своей клеточкой. Работать над собой трудно, только в начале, после через интуитивные прозрения и инсайты становится легче. Да, это как по накатанной, это как снежный ком. Изначально ты начинаешь себя не принимать. Я вообще, когда себя познавала, вообще вот такой, какая я есть, блин, у меня даже были слезы. И у многих ребят, вот я слушаю, на каких-то, особенно на чистых днях, потому что идет вот это вот обнуление. И на чистых днях у многих ребят просто идут, они говорят, вот я сажусь, говорят, я не могу, вот по несколько часов, бывает, не могут люди остановиться, они просто рыдают. И это действительно вот это вот все выходит вот это вот накопившееся. И я ревела от себя, я думала, да господи, неужели я себя представляла вот такой вот сильной, такой могучей, что я все могу, я все за всех сделаю. Вы не парьтесь, вы отдыхаете, я все сделаю. Если одеяльце спадет, я подбегу и вас укрою заново. И все время думаю, а почему меня не ценят? А кто меня должен ценить? Это же я делаю, чтобы мне, себе доказать, что я такая вот. И когда я начинала это осознавать, мне было очень тяжело. Я понимала, что я вот столько времени жизни, почти 40 лет, я жила, что вот в таком вот состояние. Почему почти 40 лет? У меня вот это вот истинное осознание, оно, наверное, пришло уже в 40-41 год. Где-то вот так вот. Вот такие вот уже, когда я уже себя истинно приняла, вот безусловно. Это, наверное, было уже 41 год. Поэтому я когда вот это все поняла, и вот я когда поняла, сколько времени просто вот просто потому, что быть хорошей для кого-то, мне было так обидно, я так долго ревела. Я, наверное, вот в этом состоянии я была дня 3. Я успокоюсь, потом похожу, а потом, когда ко мне опять вот это вот нахлынивает, мне так становилось жалко за самого себя, а потом я еще и жалость начала прорабатывать, потому что жалость к самому себе – это тоже другой аспект. Кстати, мы можем с вами его разобрать на каком-нибудь очередном эфире. Так, Осман спрашивает, привет, Светлана, сколько вы спите? Я сплю абсолютно по-разному. У меня бывает, что я не сплю по дня 3-4. Бывает, что я сплю с подсыпаниями. Бывает, что я не сплю, но у меня было вот 9 дней, 10 дней. Бывает, что я не сплю вот такие дни, подолгу, ну, потому что я хочу поймать какие-то новые состояния. Здесь я немножечко добавляю силу воли. Но когда у меня запускается марафон депривации сна, вот он у нас идет 4 дня, 4, иногда 5, когда мы не укладываемся в программу, у нас же живой марафон, мы его продляем до 5 дней. Вот. Это как бы не страшно. И вот эти вот дни, когда я в марафонах, я не сплю вообще. Я без подсыпаний, но только очень редко. Ну, вот, например, сегодня я прилетела сюда, вот эта вот смена климата, и то, что здесь как-то вот все как-то холодно, и вот оно как-то холодно, вот этот вот холод люди в себе как-то носят. Вот я сегодня вот ощутила, вот я пока немножечко прошлась по городу, я вот смотрю, это не все, в метро проехалась, это не все вот с такими вот лицами, вот обреченными. И я поняла, что мне их вот хочется вот как обнять, мне их так жалко стало. Вот прямо какая-то жалость, хотя я жалости уже давным-давно никому не испытываю. А мне прям вот такое вот состояние во мне вот зародилось, я думаю, блин. И вот столько лет я прожила в Екатеринбурге, и я понимаю, что я вообще не скучаю по Екатеринбургу. Я только скучаю по своим родственникам, которые у меня в Екатеринбурге. Но я их всякими плюшками пытаюсь все равно заманить к себе туда. Я говорю, приезжайте летом. А они на меня внимание не обращают. Ты же не у моря, мы к тебе не приедем. Ну, может быть, племянница на следующий год приедет с детьми, со всеми. И там покайфуем и с Русланом. Вот, и будет клево. Хочу их туда перевести. Не могу я в Екатеринбурге. И когда как раз я в Екатеринбург прилетела, и вот днем я сегодня поспала сколько-то, ну я не знаю даже сколько, наверное, в общей сложности часа 3. Ну, то есть не за раз, а там сначала там минут 40, потом где-то около часа. И потом еще вот, наверное, минут 35 я еще, наверное, вот поспала. Потому что я понимаю, что я отследила четко, что я не хочу спать. Я четко отследила, что я хочу, чтобы вот это вот время как-то оно побыстрее прошло, чтобы вот это вот прошло, выйти в эфир, с вами поболтать, потом, чтобы еще время прошло, встретиться с сестрой, с ней поболтать, потом еще прошло время, чтобы с племянницей. То есть у меня нет тут такого вот какой-то вот нет вот этой заинтересованности, мне душевно холодно как-то здесь. Вот. Я даже пошла, сходила в душ, и вода здесь. Я вышла из душа, у меня всю кожу стянула. И вода здесь не та. Вот, поэтому сон такое, что я бывает, что сплю, у меня нет нормированного графика. Как правило, ночью я ночью либо работаю, как правило, с Америкой, ну, с любым каким-нибудь часовым поясом, который очень разнится от нас. Вот, либо я с ними как-то работаю, либо я вообще уделяю время себе. Вот я очень ночью люблю, я люблю думать, я очень много отвечаю на вопросы, потому что днем я, бывает, не успеваю, добавляю в клуб какие-то, на какие-то вопросы отвечаю. Вот. И тут как раз мне Римочка, наверное, поможет. Мы, наверное, завтра с ней закажем гвозди. Я очень захотела постоять на гвоздях и прям чувствую, что мне вот для моего физического тела это не хватает, потому что я понимаю, что на данном этапе я, наверное, свою психику проработала так, тем более с марафонами, тем более благодаря ребятам, которые приходят ко мне на марафоны. Я же с ними сама себя тоже прорабатываю постоянно, потому что постоянно новые вопросы, новые ситуации, новые какие-то инсайты. И мы же погружаемся все вместе в это. И я прям ощутила, что мне не хватает проработки именно сейчас физики. Вот, и чтобы ее максимально проработать, вот сейчас вот хочу вот эти гвозди, хочу какие-то... Именно то, что касаемо физики. Может быть, пойду опять на длительную депривацию. Возможно, пойду там сейчас на какую-то длительную. Не буду говорить сейчас, не буду загадывать, потому что я не люблю загадывать. Как пойдет. Вот. Поэтому вот со сном как-то так. Людмила Россо. Не могу зайти на сухой голод, а раньше было легко. Привет, Светочка. Привет. Не можешь зайти, потому что... что-то тебя в последних сухих, что-то тебя зацепило, ты не можешь вытащить это наружу, что у тебя произошло в последних сухих, какой у тебя выскочил инсайт, который ты зажала и не проработала, что у тебя выскочило, что ты даже не поняла. Вот. Либо заходи на марафон, там мы это поглубже проработаем. Если нет возможности, подключайся к закрытому клубу, и там мы рассматриваем тоже можем рассмотреть этот вопрос. Там в закрытом клубе, как правило, нет той информации, которая есть в открытом доступе, и там нет той информации, которая есть в марафонах. То есть я стараюсь все вот эти вот по-разному сделать клубы, чтобы всем было интересно в любых аспектах. Это твоя непроработка того, что из тебя вытащилось, вылезло, и ты это либо не заметила, либо сделала вид, что не заметила, потому что на подсознании не понимаешь, как это проработать. И тебя это закапсулировалось, и не дает сейчас это выйти, потому что твое внутреннее понимает, что сейчас опять что-нибудь вылезет, и ты еще раз тынц его, вот, и поэтому тебе очень тяжело. Есть такие моменты. Ребят, запросы на участие в эфире на этих страничках я не принимаю. Пишите, что хотели спросить, присоединяйтесь в клуб. В клубе мы болтаем, то есть ребята присоединяются, мы болтаем. Потому что здесь очень часто некоторые вот эти запросы посылают, потому что они нечаянно их послали, вот, и после того, как я вас подключаю, вы где-то ходите, отключить я вас не могу, там кто-то шум воды, кто-то там разговаривает уже по второй линии с кем-то, и получается, что вы в эфире, а я вас отключить не могу, поэтому эфиры здесь, я могу ответить на ваши вопросы с огромным удовольствием, но если вы хотите поболтать, то это через закрытый клуб. Так, когда заходим на чистые дни, это мы заходим, а когда выкидывает из чистых дней, то это нас выкидывает. Это уже не мы сами, но... О, сходи на правило. Миш, у нас, где я живу, там этого нет. Я очень хочу сходить. Да, ну вот, видимо, в Краснодар я съезжу, где-нибудь найду и туда съезжу, схожу обязательно. Потому что я знаю, что даже дома устанавливают такие штуки. Если мне понравится, возможно, я даже дома установлю такую штуку, концепт. Нет, это все мы. У нас нет субличности, которые в нас живут. Просто когда мы заходим на чистые дни, это тоже мы заходим на чистые дни. И нас не выбрасывает с чистых дней. Это следующий наш шаг вперед. То есть мы в одном состоянии прорабатываем себя, потом в ином состоянии, в другом состоянии прорабатываем себя. Если мы будем думать, что нас выкидывает с чистых дней на еду, это будет в корне неправильно, потому что вы большую часть своей жизни вы вообще жили на еде, а теперь вы захотели зайти и все. А зайти и все, я когда спрашиваю человека, а зачем тебе автономия? Многие не знают зачем, они не понимают, для чего этот процесс, они говорят, просто хочу быть независимым. И независимость, мы тоже не всегда понимаем, что такое независимость. То есть независимость – это когда мы можем есть, а можем не есть. Это не обязательно, чтобы мы постоянно были без еды. Независимость – это про то, что мы всегда делаем выбор того, что мы хотим, а не того, что мы можем. Вот про это вот независимость и свобода. А когда мы говорим, я хочу освободиться от еды, чтобы просто не есть, блин, чтобы просто не есть, а как бы смысл просто не есть. Дело-то ведь не в еде. Еда и вода – это вообще это просто инструмент. Это не это инструмент, это образ жизни, это не цель. Вот вы, когда ходите в тренажерный зал, это же не ваша цель. Ваша цель из всего этого сходить, например, красивая фигура, но не цель пойти в тренажерный зал. Ну, вы дошли до тренажерного зала, там, запыхались, 120 килограмм сели, потом облились, салом скамейку замазали, и говорит, все, цель выполнена, в спортзал сходил, пошел обратно. Это инструмент спортзал. И точно так же, как и чистые дни, это инструмент. И просто вы потом уже для себя определяете, как долго вы будете пользоваться этим инструментом. Это просто может стать вашим образом жизни. И вы можете им пользоваться год, два, три, всю оставшуюся жизнь. Почему нет? Но пока я вам не могу сказать, я могу только передать свой опыт, который у меня на сегодняшний день. Больше я не могу. Я не могу вам рассказать, что будет после 2 лет в чистом состоянии. Я не была там через 2 года. Буду через 2 года, расскажу. Сейчас я могу только свой опыт рассказать, который у меня на данный момент. Миш, как дела? Я надеюсь, что я уже завтра тебе позвоню. Глуся, обожаю, люблю. Глусенька, я тебя тоже обожаю, люблю. Ты уже тоже у меня как родная. Вот, ребятки, задавайте вопросы. Если кто-то в Краснодарском крае, особенно если, может быть, кто-то в Гулькевичи, потому что мне уже 2 человека написало, что кто-то там в Гулькевичах живет, вот, но не сами, а там у кого-то мама в Гулькевичах живет, а у кого-то еще кто-то, вот. И одна тетенька мне сказала, что, говорит, здорово, я вас видела с детьми на велосипедах, но постеснялась подойти. Ребят, я не звезда, я точно такая же, как вы, я просто с вами делюсь опытом, потому что мне в свое время было бы клево, если бы кто-то мне бы по этому поводу что-то рассказывал. Я бы тогда какие-то моменты прошла бы более легко и более свободно. Именно поэтому я с вами делюсь, а не потому, что у меня там я какая-то звезда, я вообще самый обычный такой же человек, как вы. Поэтому если вы меня видите, если хотите подходить, подходите, я с огромным удовольствием поболтаю. Вот. И если есть у кого-то вот эти вот правила, то я, конечно же, тоже буду ждать, пока второй сухой. Клево. Ну, второй сухой, что для тебя второй сухой? Конечно, для тебя этот... Все, девятку в этот раз сделаем. Поэтому, ребятки, если есть кто-то из правила, то присоединяйтесь. Если кто-то в марафоны, у вас есть время еще присоединиться к марафонам. Потому что я раньше в марафон возможности меня после первого дня добавляла еще, но сейчас информации больше во мне скапливается. И я за 7 дней не успеваю, поэтому у нас более насыщенный будет график. Больше информации буду, поэтому в первый день там тоже будет информация, поэтому лучше с первого дня подключаться. А депривация только с первого, потому что там он сжатый, 4 дня, и там обязательно нужно присутствовать и на первом. По вашему мнению, продолжительность жизни человека по годам? Да, я не знаю, ребят, я не могу. Это же только мнение, мы же с вами не гадалки, чтобы здесь начать рассказывать друг другу, а я считаю, а я думаю. Ну, конечно, это не 80 лет. Мне кажется, это, безусловно, не 80 лет. Но это, опять же, с другой стороны, а насколько мы сможем успеть прочистить свои органы? То есть, смотрите, у меня на марафоне был мальчик, ему 30 лет. Он никогда ничем не болел. Он абсолютно здоровый. Просто вот ему захотелось идти в познание. И он начал вот практиковать сухие дни. И возьмем меня, которая была на гормональной терапии 30 лет. Вот как мои органы успеют восстановиться и как его органы сумеют перестроиться, это же тоже, мне кажется, достаточно значимый факт. Поэтому я пока вам не могу сказать, но я четко знаю, что... Я четко знаю, что автономия – это, блин, путь все равно к свободе перед самим собой. Это свобода выбора. Это именно про то, что когда ты начинаешь… Автономия – это про влюбленность в жизнь. Когда ты начинаешь крутить роман с этой жизнью, когда ты начинаешь любить эту жизнь, не потому что тебе страшно умереть, не потому что… из-за эгоистических каких-то моментов, что тебе не хочется умирать, потому что, ну вот я не все попробовала, я не все изведала, я не все это. Это иное состояние. Это когда ты понимаешь, что ты, вау, а счастье-то оказывается не про это. Счастье, когда у меня вот на этом марафоне, у меня девочка, когда вышла на 4-й день, и она поймала вот это вот состояние, то есть мы с ней все-таки дошли до этого состояния, состояния автономии. И когда она мне говорит: «Господи, да я готова весь мир обнять, да я не думала, что вообще такое счастье может быть». И я, говорит, я, говорит, только сейчас поняла, что такое счастье. Это вообще не про то, что мы говорим. Это вообще не про то, что я, говорит, изначально думала. Это вообще иное состояние, и оно действительно такое. Она говорит: «Как я тебя понимаю?» Все, и она вышла, ее не пустила физика, она вышла она только на соки, потому что она говорит: «Я не могу, я все, я не могу упустить это состояние, я настолько, говорит, меня настолько прошибло, но ее прям прошибло, вот действительно, говорит, я обратно, я не могу, все». Она словила состояние автономии, она словила не состояние голода. И поэтому, да, сколько мы здесь будем жить, это вот про влюбленность в эту жизнь. Это когда ты хочешь по-иному, по-другому. И когда вот я пришла, я не знаю, рассказывала или нет, быстренько сейчас расскажу. Я тут гладила кошек. и встала с дивана. И как я так встала, видимо, с кошкой или что, и у меня защемило под левой лопаткой. Да защемило так сильно, что я аж продыхнуть не могла. У меня такого никогда не было. Я думала, что у меня настолько подвижный весь каркас, все мышцы, все сухожилия, что я думаю, ну, блин, это уже не про меня. Сделали с Настей зарядку. Меня немножко отпустило, и чувствую, все равно не то. Я поехала к Костоправу. Вот. И Костоправ мне сказал, единственное, но он мне сразу же сказал, что как раз я в воскресенье написала Риме, я говорю, Рим, хочу гвозди. Она говорит, с чего? Я говорю, не могу, хочу гвозди, прям сил нет. Вот. И Костоправ приехал, он говорит, где-то в субботу или в пятницу ты встала в ямку. Я в субботу действительно встала в ямку, неудачно встала в ямку левой ногой. Вот, еще как раз я подумала, какой кайф, что сейчас не на каблуках, что сейчас такая мода спортивная. Вот. И забыла. И он говорит, вот тебя, говорит, мышца, говорит, напрягалась. Если бы ты сразу же встала на какие-нибудь гвозди, камни, еще что-нибудь походила, чтобы расслабить вот эту гладкую мускулатуру, то тебя бы отпустило. И он как раз меня прощелкал, он говорит, удивительно, говорит, я... Говорит, чтобы, говорит, в таком возрасте, и чтобы все кости практически стояли на своих местах и все органы, но, говорит, я такого, говорит, уже давно не встречал. Вот это вот он мне сказал. И я как раз про эти гвозди, вам представляете, насколько наше тело, насколько оно мне дало импульс, что нужны вот эти гвозди. Насколько я не понимала это головой, но я все-таки прислушалась и начала их искать. Но начала, видимо, искать не с той скоростью, с какой нужно было бы. Вот. И вот оно настолько нас тело ведет к самому себе, и настолько мы не умеем его слышать, поэтому вот мы все время мы вот так вот скручиваемся. Как только мы себя начнем слышать, как только мы себя начнем чувствовать, ребят, вы не представляете, мы будем просто другими людьми, мы будем иными людьми. Когда нам говорят, что вот в нас живет Бог, и когда мы в этом состоянии, наверное, мы только после этого можем прочувствовать вот эти слова, что, когда ты понимаешь, что ты иной, не то, что ты выше других, а ты настолько у тебя внутри, настолько у тебя ты космос, что это тебя просто начинает от этого разрывать. Ты настолько начинаешь быть влюблен в самого себя, влюблен в этот мир, влюблен в каждого человека, которого ты имеешь радость наблюдать в своей жизни, в своей картине мира. Ох, это вообще клево. Это такой водоворот. Ты встаешь, когда в свой водоворот событий, блин, тебя настолько закручивает этот вальс, что ты... Это просто фонтан. Ребяточки, у нас с вами время закончилось. И чтобы сохранить эфир, я буду заканчивать. Спасибо вам огромное, что были со мной. Спасибо огромное, что смотрели. Спасибо огромное за вопросы. Присоединяйтесь и пишите, что бы вам было интересно, чтобы я рассказала в следующих своих эфирах. Если эту тему до конца не раскрыла, напишите, по какому аспекту, и мы ее обязательно раскроем еще в другом аспекте. Всем спасибо, всех обнимаю сильно-сильно, крепко-крепко, с огромной нежностью и любовью. Всем пока!